Тем временем спортивные блогеры в недоумении смотрят на рекордсмена в беге на 100 метров. Дело в том, что Киничи Ито бегает на четырех конечностях. Дело для непривычного человека откровенно сложное, но только для непривычного. 29-летний японец к таким не относится. Секрет быстрого бега Ито почерпнул в животном мире, у обезьян. Киничи в детстве сам изрядно напоминал мартышку, за что его регулярно высмеивали сверстники. И он сумел сделать невероятное – превратить свою слабость в силу. Увидев, насколько быстро могут передвигаться обезьяны, Киничи решил освоить их технику бега. В качестве примера для подражания японец избрал одну конкретную разновидность – африканских мартышек-гусаров, дополнив обезьянью беговую манеру элементами собачьего галопа. Теперь в этом необычном виде спорта с ним не сравнится никто из людей. И это уже подтвердили представители книги рекордов Гиннесса. Рекорд мира в 100-метровом забеге на четвереньках 17,47 секунды. Интересно, он тренируется или от природы такой ловкий? Конечно, на тренировки времени ушло немало, правда, с поиском места для них были проблемы. Бегать на улицах трудно. Странная фигура с невероятной скоростью, передвигающейся на четвереньках, привлекала внимание полицейских. Чтобы не беспокоить охранников правопорядка, Ито уезжал в горы, где ему никто не мешал. Лишь однажды четырехногого бегуна чуть было не подстрелили. Охотник принял бегущего Ито за диковинное животное, но, к счастью, промахнулся. Какие трудности преодолеваете вы, чтобы быть не похожим на других? Поделитесь со всеми на сайте телеканала «Мой город». А чтобы постоянно быть в курсе событий, подпишитесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере. До свидания.